Так, ну что ж, всем привет, дорогие друзья, с вами вновь DarRidi. Сегодня мы поиграем в игрушку Супер Тачки. Так, вперед. Давненько не играли. Играем. Так, где мы остановились, кстати? 11 левел. Давайте попробуем. Да, ну тут реально сложно играть. Нужно постараться. Так. Кнопка Z, значит, ракеты. Экономим здоровье, потому что можно проиграть из-за этого. Так, ну у меня хорошая машина. Ух ты, блин. Ну это какая-то, не знаю, обкуренная игрушка. Игрушка для обкуренных, блин. Что-то я подзастрял немножко с этими апельсинами. Все из-за апельсинов. Так, давай, гони. Половину трассы прошли. Так, я могу сейчас взорваться, если я не подлечусь. Отлично, небольшая аптека. Блин. Так, гони ты уже. Не получилось. Так, магазин, ну-ка. Тачку более дорогую я не смогу купить. Деньги можно покупать за голоса. Один голос 100 баксов. 100 баксов это довольно-таки много. То есть можно купить какую-нибудь тачку хорошую. Ладно, мы пока на это покатаемся. Очередная попытка. Так, ну что ж, сосредоточились. Я думаю, сейчас у нас все получится. Вечно я путаю. Тут смысл не торопиться, а делать все правильно и обдуманно. Да блин, два раза промазал, как так-то? Так, ускоримся немножко. Нитро заканчивается, оно постепенно восстанавливается. Блин, дурацкий, смотрите, как много за апельсинов тратится. Тут, короче, надо перепрыгивать вот эти апельсины, потому что, ох, видимо, окисляются колеса, я не знаю, как это сказать. Я сам бред несу, ну, потому что игрушка такая. Давайте подождем. Блин, как же ты достал меня. Все взорвали, избавились от него. Нитро пока поэкономим, потому что сейчас апельсины будут, нам надо их по-любому перепрыгнуть. Давай, 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 ползи. У меня еще одна ракета осталась. Побережем ее. Так, ну все, тут мы проигрываем. Да уж. Можно посмотреть, конечно, подсказку. Все, сейчас мы не будем торопиться. Тут за все тратится здоровье, то есть любое прикосновение, неправильный подход, и за это нам очень плохо. Поэтому торопиться не стоит. Сильно. Так, ладно. Так, все, преодолели эти апельсины. Я думаю, сейчас нам должно быть попроще. Так, подлечились. Отлично. Так, эти снежки или кто-то там падает с высоты, тоже для нас не очень хорошо. Теперь фрукты эти. Блин. Что будешь делать? Неужели я прорвался? Так, подлетаем наверх. Давай уже. Фу, мы прошли это. Это было нелегко. Тачки, боксы, стволы. И нам предлагают поиграть. Но потом. Пока что дальше. 12 левел. Мы хотя бы прошли предыдущий, 11. Это было нелегко. Так, тут нам надо тоже будет сосредоточиться. Не торопимся. Фак, блин, мне даже тебя выстрелить нечем. Гребаный полицейский. Мне нужна хорошая тачка, блин, с хорошим здоровьем. Неужели нам ракету дали? Не знаю, как у меня получится выбрать. Еще здоровье. Половина есть. Блин, надо было быстрее ехать. Блин, что ты будешь делать? Нам еще сдают здоровье, нет? Фак. Это было больно. Стало все падать, блин. Немножко осталось, ну давай, поднажми. Фу. Мы справились, ребята, хорошая попытка. Почему хорошая? Я что, не справился? Почему? А что надо было сделать-то? До финиша я доехал. Или это не было самым важным? Или я не вовремя доехал, я так и не понял. За минуту нам надо доехать. Фрукты, ненавижу фрукты. Есть, отстал. Отлично. Благо, по-моему, один полицейский только. Больше ничего такого не видел. Так, собираем деньги. Деньги нам пригодятся. У нас появилась ракета, наконец-таки. Так, почти полное здоровье и половину трассы проехали. Так, теперь нам надо будет... Правильно. Немножко наперед вставать, чтобы не повредить машину. Блин, 15 секунд. Сколько? 12 осталось? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3... 2, 1. Ух, мы это сделали, бронзовая медаль, но все же. Поэтому, ну, реально сложно играть. Тут золотые медали, тут бронзовые. Причем мы 16 тоже победили. Так, очередной левел, 13, давайте посмотрим. Попробуем тут победить. В принципе, можно уже другую тачку покупать, я думаю. Более серьезную. Так, не кипишуем. Молодец. Так, перепрыгиваем. Я немножко научился играть, главное не врезаться. Так, подлатались, замечательно. Превосходно, так, ускоримся. Здоровье пока полное. Это хорошо, очень, очень даже хорошо. Нужен какой-то трамплин, чтобы подлететь. Гребаная фигня. Хорошо, что можно подлататься. Да как же так-то? . 13 секунд, давай. Фу, 12 секунд у нас. Золотая медаль. Пойдем в магазин, посмотрим. 153 тысячи. То есть я могу купить тачку. Прочность у нее лучше, ну-ка. Да, прочность лучше у этой. Сцепление. Я думаю, давайте ее купим. Так, плюс мне еще деньги перечислили. Вот с ней поиграем, пожалуй. очередной заезд, 14 уровень, последняя жизнь. Давайте попробуем уже. Прикольная тачка. Не торопимся. Твою ж мать. Блин, не стоит врезаться. Много здоровья тратится из-за этого, если я передам. То как же ты меня достал-то? Фак. Много-много здоровья потерял. Походу, дела я тут не выиграю уже. Вот привязался, блин. Это было эпично. Давайте переиграем. Да, у меня есть шанс переиграть. Хорошо. Минута 20. Так, не торопимся. Не стоит тут торопиться. Да что ты висишь-то на мне? Блин, так не взяли здоровье мы. Твою ж мать. Все-таки тут надо быстрее стараться оторваться. И передом не врезаться. Это самое слабое место. Сорвись ты уже. Гребаные фрукты. Я не знаю, как тут быть. Сколько можно. Так, все, нужно уже сосредоточиться давно-давно. Пока нормально все. А, не взяли здоровье. Не взяли здоровье. Я, походу, дело сейчас опять погибну. Гребаные киви. Мы, походу, дело тут навечно, ребят, застряли. Я там 14 уровне. Это пипец, как сложно. Реально сложная игрушка для тех, кто любит хардкор. Сейчас надо будет подлететь. Отлично. Блин, обгорели немного. Да вали ты уже. Потому что нам надо быстрее от фруктов избавиться. Фак. Это было самое опасное. Нельзя. Нельзя за них задевать, потому что там мощный взрыв. И просто... Пуф, ты полностью взрываешься. Чтоб тебе... Вот гад такой засранец. Не очень удачно. Еще раз. Еще раз. Это ужас, это печально, это невыносимо. Будем стараться. Ну, 14, блин, это самый сложный пока что уровень. Что ж так? Блин, гребаная полиция. Блин, какого фига ты на меня наседаешь? Они издеваются, что ли, надо мной? Да это полный пипец какой-то. Давайте магазин. Выберем эту тачку. Все-таки добьем этот. Второй на этой тачке у нас хорошо получалось. Может, она реально более крутая. Походу, нифига она не крутая. Так, нужно поднажать. Так, ладно. Магазин. Смогу я купить тебя? Давайте над тобой, что ли, попробуем. Издеваться. Все, жизни закончились. Блин, ну и слава богу. Блин, ну это сложно, ребят. Советуйте, как мне вообще пройти этот левел, потому что это невыносимо. Это реально очень сложно. Не знаю, как я буду проходить. Вот. И сейчас в следующей части серии пройду. Ну, хотя я даже не знал, как это будет. Фух, надо будет собраться. Или я не знаю, или мне надо будет супер тачку прям покупать, у которого будет дофига прочности. Но это вот это самое, видимо, мощное. А, нет, еще есть. Ага, я могу купить тачку за голос, кстати. Хорошее предложение. Так. Это, короче, будет первая, вторая. Это будет третья или четвертая. А также есть премиум, нифига себе. Обалдеть, за 3 голоса. Кстати, да, я предлагал в следующей части купить тачку сначала за голос. Попробовать ее испытать, какую-нибудь, первую, вторую, третью или четвертую. Пишите в комментариях, какую тачку мы купим за голос. Вот, и которые, ну, кроме вот этой, эту мы купим потом. Еще в следующей части. Вот, а в следующей серии какую-нибудь из них купим, какую-нибудь из этих машин, и уже попробуем на ней прокатиться. За какую будет больше голосов, то мы их выберем. Отчет вот такой будет. Вот первая тачка, это будет вот вторая тачка, это будет третья. Это вот 4-я. Пишите в комментариях, какая лучше. Вот, и мы с вами купим обязательно. Также, если наберет, когда это видео, 10 пальцев вверх и 5 комментариев хотя бы будет, какую тачку выбрать, тогда мы с вами ее возьмем. Ну, а пока что я с вами прощаюсь, ребят. Всем до скорого. Пока-пока.